Готовы? Мотор, экшен, камера, звук. Поехали, начали. Ой, Микуся, звезда моя, привет. Я иду на распродажу. Да, пойдем. Я иду с сумкой, мне сумка нужна. А я хочу себе. Пойдем, не в страсти. Вася, не смеем. Вчера она стоила 1000. А сегодня на чем ловите? Это правда. Правда, Микуся, это правда. Правда. Вчера она стоила 1000 долларов. Да. 1000. А сегодня она стоит 100. И мелодия моя очень мелодия вообще не твоя. Ну как не моя? Смотри. Девушка, ну это смешно, правда? Посмотри. Микуся, где ты и где Прада? Что это значит? Ну правда. Ну зачем тебе правда? Нет, Микуся. Это моя сумка. Так, ты со мной будешь спорить? Ну-ка пойдем. Это моя сумка. Пойдем. Я за ней шла. Изначально. Это моя сумка. Ты давно себя в зеркало видела? Что ты имеешь в виду? Микуля, у тебя вот слева силикон, вот уже к пупу пополз. Ничего, этого не видно. Забыла, как позавчера у тебя ботокс на властно был. Все увидели, все. Ты думаешь, никто не заметил? Все увидели. Да? Так, подруга? Так? А у тебя кончики волос сечёные. Да. Да. Кончики волос, ну это уже перебор. Так, давайте сумку. Извините, Так, ну, кто расскажет, что произошло? Банальная ситуация на распродаже, мы там всегда деремся. Да, это обычная стандартная ситуация на 5-м километре, да? Не, ну на 5-м, по-моему, легко, это распродаж. Сегодня. Почему на секунду, там все время, с одни распродажи, я знаю. Это музыка должна. Я там постоянно. Да, ну хорошо, давайте. Что понравилось, что убедило? Ну, кому что? Ботекс понравился. Не, ну, понятно, да. Мне понравилось вначале, что такие, у нее голос поменялся. То есть она такая вся ха-ха-ха. А потом, когда дело касается сумки, Марина, это голос разнижен. Она такая поменялась. Не понравилось, хотелось больше крови. Чуть-чуть. Ну да. Мне кажется, вот она в таком состоянии должна была тоже врезать. Я хотела, Алина, знать тихонечко. Давайте вообще срежу. Так, ну подождите, давайте вот что еще кому понравилось, до этого мы дойдем сейчас. Я все увидеть, как сумка продана была. Да. Как... А, я говорю, что понравилось. Понравилось это, да? А я видела, как Олеся и вот, я не знаю, Лиза, да, как они там сумочку, это я видела, это все там за кадром все было. Да, мне тоже понравилось, то, что они не лезли вперед, они. Но единственное, что, конечно, им нужен был момент, где они эту сумку, жирный такой кусочек. Да, я уже видела, чтобы увидели. А очень хорошо то, что они не лезли на первый план, не перебивали, что здесь действие идет свое, они тут там ссорятся, мирятся потом. А мне про мелодию понравилось, как девушка сориентировалась. Правильно, да. Отыграла, молодец. Вот. Если бы они с самого начала не колонулись, а... Вот, это мелодичная сумка, которая сама играет, когда ее открываешь. Я не знаю, что ты такое придумаешь. Вот. А кололись? Почему кололись, кстати? Не ожидаю, что звонок вообще... Ну не только, вообще, вот до конца не верили. Чего, зажались чуть-чуть там где-то куски, где поверили, разошлись. Вот поверили в то, что я сейчас на рынке или там где-то
бутике каком-то таком знатном, да, распродаже. Вот, вот тогда верили, а то все потом засмеялись, застеснялись, закрылись. Ну, не все, но не стали. Из-за звонка. Да, из-за звонка. Ну ничего, хорошо, все. А что не удовлетворило? Да, когда он был неживой, удар был нехороший. Давай еще разок. Да. Он у был двойной. Он был двойной, я почему-то. Двойной. Да, отыграли, все. Я отыграла. Когда узнали, что мы не удавали. Реакция была такая. Мы ходили. Можно, мне кажется, отблотреть герой эмоционально, так что прям. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки вышли на этот удар. Чуть-чуть вот вы начали друг на дружку, и потом с оттяжечками обратно. А, и так. А когда уже градус накаляется, да, вот темпоритм. Такое есть понятие. Темп – это в каком темпе идет сцена, а ритм – это что внутри. И вот ритм, когда накаляется ритм, вот тогда внутри стучит, да, и начинается. Вот, и вот чуть-чуть не вышли вот на сам удар. Чуть сглаживали все. Друг дружку берегли. Но поскольку это импровизация, здесь невозможно придраться, поскольку времени было мало. Тем не менее, задумка хорошая, логически все было понятно. Глубоко очень было. Глубоко и тихо. Особенно тихо. И вначале взяли образы. Образы брать, скажу сразу, образ взять. Это тяжело. К нему надо там... Что такое образ? Это я в предлагаемых обстоятельствах. Я, Володя, Крючков, все. Я в предлагаемых обстоятельствах. А образ, это когда уже предлагаемые обстоятельства во мне. То есть я уже... У меня какое-то исходное событие. Я там задумал себе сумочку купить. Дальше. Почему я хожу с сумочкой? Значит, может быть, если я, ну, с такой дамской, да, наверное, я начинаю придумывать, да, значит, мне надо какую-то жеманность, я метросексуал такой, я вот себя люблю, поэтому у меня модная сумка. Какие присущие метросексуалу вот такие вот качества? Да, он следит за собой, он аккуратно, у него своя походка, осанка, у него чуть-чуть другая походка. И вот когда это все, вы нахватаете вот этих вот чуть-чуть уже не своих, не присущих вам черт, вот тогда и вы их... себе присвоить, вот тогда уже вы это характер. Вот. А так надо взять образок, это больше КВН-эстрада. Mm-hmm. Вот. А так все здорово было,